Почти 3000 мальков киты отправились в свободное плавание. Камчатские энергетики выпустили молоть этой ценной породы лососевых в реку Авача. Впервые мальков лосося энергетики в рамках восполнения водных биоресурсов выпустили в 2013 году в реку Паратунка. В прошлом году 56 тысяч мальков нерки пополнили реку Плотникова. Лосось уходит в океан на 2-4 года, а затем возвращается в Камчатские реки. Первая акция Русгидро по восполнению рыбных ресурсов прошла в 2003 году на Дальнем Востоке. Тогда водохранилище строящейся Бурейской ГЭС в Амурской области выпустили 36 тысяч мальков, осетра и сазана. Эту инициативу поддержали и другие компании энергохолдинга. За годы акции новыми обитателями рек и водохранилищ стали почти 20 миллионов мальков ценных рыб.